Египетские пирамиды – это величественные гробницы фараонов, их жен. Глядя на них, очень трудно представить, что эти каменные горы созданы руками людей. Самая большая – пирамида Хеопса. Из каменоломен в Аравийских горах доставлялись огромные каменные блоки, каждый из которых весил в среднем 2,5 тонны, а самый тяжелый достигал 15 тонн. Всего на постройку пирамиды Хеопса пошло более 2 миллионов таких блоков. Чтобы втащить наверх каменные глыбы, строили специальную наклонную насыпь, а потом ее разравнивали. Блоки настолько плотно подгонялись один к другому, что между ними трудно просунуть даже иголку. А на западном берегу Нила расположился большой сфинкс, высеченный из монолитной известковой скалы. Сфинкс – воплощение царской власти, статуя, изображающая фантастическое существо с телом льва и головой человека или священного животного. Устанавливался он у входа в египетский храм, как грозная стража.